Всем привет! Сейчас у нас началась копка елей. Не успеваем подвозить, сюда уже разбирают и малышню развозят, и большие вот ели прошлогодней копки тоже забирают. Ну вот вечером решила пройти и показать, что ну сейчас здесь на площадке, во-первых, стоит, ну и какого плана ели мы там вот выкапываем, засаживаем и продаем. В общем, вот это ели голубые. Здесь от 80 сантиметров за 4000 рублей. Вот такая вот елочка. До 1,20 м за... Ну, вот она первая на переднем плане. 1,20 м. Она стоит у нас за 5500. Ну, вообще 5506, примерно так. 1,20 м. Метровые за 5000 рублей. Сейчас покажу, вот рядышком, вот она стоит, метровая, 5000 рублей. Очень голубые, красивые. Вот эти, конечно, они копаны в этом году, то есть сейчас как раз копаются. Приживаемость у них, конечно, чуть поменьше, чем у копанных, которые там в прошлом году и в позапрошлом. Те ели уже с гарантией приживаемости, то есть они уже прижитые. Но у них и цена в два раза больше. Плюс вот эти ели, они формированы, они стриженные. Такая, к примеру, ель стоит 8000 рублей. На заднем плане она немного более лазурного цвета. 9. Высота у них где-то 1,20 – 1,40 м. Здесь есть у нас глаукоглобоза, шаровидная форма в диаметре 1 метр, наверное, за 9000 рублей. Малышня. Это у нас 4-летняя. Зеленая форма по 780 рублей. 50-60 сантиметров в высоту. Здесь по 1200. 80-90 сантиметров. Вот, и есть голубая форма, тоже 50-60 сантиметров, по 880. Все контейнированное, они уже по... Вот эти малыши по 2 года в контейнере. Вот эти на год постарше, в центре которые. Ну, также есть у нас глаукоглобоза в контейнере. И пару хупси осталось. На самом деле хупси все закончились. Две штучки у нас есть. И на следующий год с Европы приедут у нас новые хупси. Так, здесь у нас, потом вернемся, ели обыкновенные сербские. Здесь у нас последний остаток. Больше у нас таких елей нет и не будет. Ну, в ближайшие пару лет это точно. Размер у них 140-170. Но все они такие довольно-таки высокие. Очень красивый цвет у них. Симпатичные по форме. По 16000 рублей. Это копка 2015 года. То есть ели уже тоже прижитые. Осталось очень мало. Здесь у нас вот это не формированное ни разу. За 5000 рублей. Размер у нее, ну, прилично высокий. А, там написано 140-150. Ну, почти 1,5-метровая она. Это без учета горшка. Это ель сербская в центре. Вот это. Вот это ель обыкновенная. Она частично формированная. То есть пока формировка была 1 год. Высоту она 2 метра. Конечно, она как молодой подросток выглядит средненько. Но зато на следующий год вот это все опушится. Весь ствол. И будет очень красивая ровная пирамидка. Цена ее 7,5.
Следующая за 5,5, размер 150. Сто двадцать вот это за 4000 рублей. Вот здесь в 4 контейнерах стоит ель сербская по 2,5 и по 3000 рублей. Размер у них 90-100 сантиметров. Тоже ели не формированные еще, свободно растущие. Здесь две стоят ели обыкновенные, 80 сантиметров за 2000 рублей и 70 сантиметров за 1500 рублей. Это ели обыкновенные, уже стриженные. Первая вот эта 130 сантиметров на 4,5 стоит. Вот эта вторая тоже 130 сантиметров. Очень красивая, прям куколка. Цена такая же, 4,5. Вот две ели по одной цене. Здесь уже ель колючая, зеленая форма. Почки на ней как розочки. Она метровая. Цена 4000 рублей. Следующая 1,10 м, 4,5. И вот эта ель 1,5-метровая за 6,5. Это 15-го года копки. Высота у них 170-200. Ну, в районе, наверное, 180-200, если так в реальности. Вот такие они супер пушистые, супер плотные, уже прижитые. Стоимость их 32 тысячи. Ели прям виповские, я скажу вам. Крутяшки. Вот дальше у нас еще дороже. Здесь по 38 тысяч рублей. Это уже 2 до 25 высоту. Тоже очень красивые прижитые ели. То есть это не свежая копка. Они уже гарантированно прижитые. Они уже год стоят в коме. Дали приросты. Ну, их прекрасно себя чувствуют. Вот такая вот ель обыкновенная есть. Она у нас в единственном экземпляре осталась. За 50 тысяч рублей. Это копка 2014 года. Тоже ель прижитая, очень пушистая, очень плотная. Вот такие ели есть. Ель колючая, зеленой формы. Ель обыкновенная. Размер 140-170. По 8,5. По 10. Вот ель колючая голубая тоже 10. Зеленые по 9. 140-170 размер. Это тоже ели все прижитые. Контейнированные в 2014 году. В принципе, на любой вкус. Вот пушистик за 7000 рублей. 7200. Вот очень интересный ель колючая зеленой формы. Тоже копка 2014 года. Так, здесь у нас 23 тысячи рублей стоит. Кстати, очень дешево.
Она больше 2 метров по высоте. Ну, вот такие пушистые малышки по 9000. 9900. Ну и голубая форма вот за 9 тоже стоит. Помимо елей, у нас также есть сосны. Сосны горные. Такие вот красивые шарики. И огромные можжевельники. От 1,5 до 2–2,5 метров. Приходите, выбирайте. Выбирайте так. По видео мы вам отправим. Елочки, они у нас прекрасно доходят. В осенний-весенний период транспортной компании ПЭК, Желдор Экспедиция. Желдор Экспедиция одна из самых лучших компаний. Если вот поздние весенние отправки, летние отправки, это только через них. Теперь мы уже 100% в позднее время отправляем Желдором, потому что у них есть температурный режим в машинах. Вот. Остальные компании обычным сборным грузом и деловые линии тоже принимают, отправляем. Ну, такая самая недорогая и быстрая – это ПЭК. Все, желаю вам всем таких красивых пушистых елок.